Это полный улет. Мальчишник номер 4. Говорите с ними так, будто это ваши друзья. У нас не банк, мы с людьми работаем. Продаем им мечту, ясно? Сам поехал бы с вами. Мальчишник номер 6. Ура! Ура! Друзей на странице. 1500 лайков. О, молодец! Ну да, я видел Малика неделю назад. С ним там были пацаны, а не путаны. Всего-то нужно две буквы заменить, а какая разница, правда? Мальчишник номер 16. Что еще любят мужики? Баскетбол. Футбол. Да, отлично. Ага. Кёрлинг. Боулинг. Мальчики против девочек. Бейсджампинг. Неплохо. Стрит-баскетбол. Горные лыжи. Лего. Салки. Шмурки. Вы у нас лучшие из лучших. Кидайте в меня необычными идеями. Мастер-классы порно. В эту сторону мы не ходим. Нас и так сутенерами считают. Давайте что-нибудь приличное. Воздушные шары с телочками. Это годится. Назовем седьмое небо. Так, отлично. Что еще? Травля собаками. Интересная мысль. Травля. Тут приезжают псевдокопы. Арестовывают жениха. И чтобы лилипутка была. Да, с дубинкой такой здоровенной. Это неплохо. Детали потом продумаем. Гоните креатив. Стрельба из пулемета почему? Знаю, по машинам. Точно. Это точно. То, что надо. Точно. Автотир АК-47. А потом битами. Автобойня. Сотый мальчишник.